Какой писатель пропал без вести и исчез на 20 лет после публикации своего шедевра? Шрайвер. Неужели ты и есть тот самый Шрайвер? Так кто же я такой? Мистер Шрайвер, мы приглашаем вас на литературный фестиваль. Что? Что? Можете прочесть это. Ваш почерк ужасен. Я знаю, кто вы. Буду признательна, если поставите ваш автограф. Если напишете разборчиво, будет здорово. Постарайтесь вести себя как человек, написавший блестящий роман. Да глянь-ка! Пускайтесь! Мы сделаем глупость, не приняв такое предложение. Я искал тебя повсюду. Где ты пропадал все это время? Я не тот Шрайвер. Ты не морочь мне голову, Шрайвер. Я не Шрайвер! Тебе явно что-то нечисто. Ты пьяница. Поговорите со мной о литературе. Терзай меня, мой литературный... Что? Это лицо недостойно вашего зала славы. Мистер Шрайвер, я детектив Каммас. Прошу, давайте покончим с этой комедией. Простите, это нелепо. Шрайвер, Шрайвер, готов писать! Выходи и борись, хать-хать! И это помогает? Вроде того. Майкл Шеннон, Кейт Хадсон и Зак Брафф. Я и есть Шрайвер. Я писатель. Этот человек жулик, фейк, мошенник. Может, заткнешься? Симона. О, это я. А ты что за хрен? Ну, это сложный вопрос.